До главного городского события Дня города остается неделя. В каждом уголке Иваново пройдут праздничные мероприятия. Парк Степанова не исключение. Здесь 31 мая состоится большой межрегиональный фестиваль уличной культуры. Одной из площадок станет экстрим-парк. Здесь активно тренируются представители Ивановской федерации экстремальных видов спорта. Участников будет более 300, не только из нашего региона, но и из соседних областей. Костромская, Владимирская, Ярославская области, а также многочисленные города Ивановской области, такие как Кохма, Иваново, Шуя, Кинешма и Скаврово, ребята. На данном фестивале будут представлены дисциплины именно воркаут, фристайл, воркаут, троеборье и джимбар. Только экстремальными видами спорта программа фестиваля уличной культуры в этом году не ограничится. В День города разнообразные мероприятия пройдут сразу на трех площадках парка Степанова и на площади Ленина. Танцевальные уличные направления – это силовые направления, такие как воркаут, джимбар. Также у нас будет фриран, паркур, роллер-спорт, стритбол. Будет этап Кубка России проходить на стритбольной площадке. Приедут команды тоже из разных городов, даже из Санкт-Петербурга планируют приезжать ребята. К Дню города готовятся и роллеры. Впервые они будут участвовать в шествии. Кроме того, первая Ивановская роллер-школа проведет соревнования и мастер-класс для всех желающих. Параллельно роллеры репетируют вальс. Обучение началось еще в апреле. Люди подавали заявки в интернете, даже те, кто не умели кататься. То есть к нам приходили люди, которые вот только-только стояли на роликах. Но теперь, в принципе, можно увидеть, что они катаются достаточно хорошо, очень замечательно, красиво, почти профессионально. Финальное выступление роллеры подготовят к 28 июня. В День молодежи они продемонстрируют красивый танец на роликах. Девушки будут в платьях, молодые люди в костюмах. Организаторы обещают, все должно получиться красиво. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.